В чем дело, Алина? Так не может быть, Алина. Так не может быть. Ты квадратная. Барсукова худее тебя. Ты квадратная. Ты не упивайся тем, что тебя снимают. Тебя сегодня снимают, а завтра... Коучи ва Кабаева о секай но чоутен ни татасетай. Кибиши котоба де семеру но ва мочирон Кабаева но таме. Ты считала свою оценку 17 баллов? Я не брала в расчет оценку 17 вообще. Не брала? Нет, конечно. А почему ты не так дрожала? Я не дрожала. Нет, ты очень дрожала, Лиза. Ты пошла нахер. Ты очень дрожала. Ты полное говно была. Полное говно. Единственный элемент, я тебе сказала, какой тебе. Все остальное ты дрожала, как осиновый лист. Значит, тебе еще поставили просто за твои красивые глаза. Почему ты так хочешь? Вот скажи, почему? Вот мне сейчас скажут, почему? Проанализировать. А ты скажи сразу. Подумай. Почему ты там тренировалась так, а вышла другая? Почему? Вы накачиваете, я накачиваю. Она не борется, да? Она борется. Но нахер она тогда нужна? Вот ты и сказала все, что... Все, она что в другом, понимаете? Я, вот... Подожди. Она не борец. Ну, пошла она нахер тогда, если она не борец. Нет, она борец. Она мне нужны не борцы. Она борец. Вот она ты говоришь, что ты ей закладываешь в башку полное говно. А? Что, Рит? Я борец. Ты борец, да, ты борец. Я имею в виду по Иринсан. Ну, я, может, неправильно выразилась. Я говорю о... Ну, вот о таком качестве. Вот о таком качестве, который... А ты выражаешься хорошо. Правильно. Значит, правильно выразиться, она человек, который должна выступать на образе, а не на конкуренции. Gisteren ongenaakbaar. En dan gebeurde dit. Ze mist met de linkerhand een knots. Hoe is dat nu mogelijk? Aan de kant staat Irina Wiener, haar coach, en richt haar verbale mitrailleur op haar pupil. En mentaal wordt ze geëxecuteerd, want falen is een doodzonde in Rusland. In de top van de ritmische gymnastiek. Dan is er even troost. Hier zien we het nog even terug. Beide knotsen omhoog, maar te ver uit elkaar geworpen. Coach Wiener is nog steeds woedend. Uit beeld jij, achter de coulissen. Ja, maar feit is... Общая оценка Анастасии Салос 17,3 балла. Total score for Анастасия Салос. Вы очень, значит, стало бы требовательный человек и к себе тоже, не только к своим воспитанницам. Очень. Угу. Их одеваете? Да, одеваю. Иногда прически, бывает. Прически меняю. Так. Они стали вдруг свои длинные волосы прекрасно делать на прямой пробор. Угу. Я тут же подхожу раз и меняю прическу. И все, и делай так, а не иначе. До слез доводили? Часто? В смысле одежды и причесок? Ну что, не они мне верят. Угу. Они понимают, что я им желаю добра и что я их люблю. Угу. Чтобы они были самые красивые. Они это понимают прекрасно. Угу. А те, кто не понимают, просто, я так понимаю, что в команде не остаются в вашем окружении? Или таких те, не бывает? Те, кто не понимает, вот у меня был недавно чемпионат Гран-при, был, и там одна девочка очень боялась, ну, не выполняла то, что положено было. Она бесконечно красивая, бесконечно талантливая. И мне как-то нужно было ее остановить в ее трусости. Так. Я подошла к ней и сказала, вот если ты сейчас не сделаешь все, что нужно, перед выходом прямо, ты сюда не возвращайся. Вот туда прямо сразу, раз, и в дверь. Противоположный конец. Сюда ты не вернешься. И вот она, забоюсь, сделала все. И вот только закончили соревнования, 15 тысяч просмотров. Умирающий лебедь. 16 лет я не ставила это упражнение. Но она не хотела делать иногда то, что нужно было. Ну, пришлось так. Хотел бы, чтобы вы прямо сейчас здесь дали такой блиц-мастер-класс по как бы установке, чтобы вы сказали Алисе,
как надо вообще в принципе относиться к трудностям, и как надо переживать тяжелые ситуации, потому что, ну, у вас же тоже бывали такие непростые моменты, чтобы... Я хочу, чтобы Алиса услышала от вас, вот как надо справляться и переживать потерю близкого человека. Конечно, потеря близкого, я вас очень понимаю, она... Ты сразу взрослеешь очень сильно, потому что ты сталкиваешься с тем, с кем мало кто может столкнуться. Все мы к этому никогда не готовы, но, наверное, это тебя закаляет, и главное — не опускать руки. Это всегда так. Поддержка, любовь и, наверное, стараться переводить и видеть все в хорошем ключе, в позитивном ключе. Не унывать, потому что очень сложно выбираться, когда ты унываешь. У меня было очень много и неудач в спорте. В целом в жизни, да, были сложности, трудности, но стараться держаться молодцом, наверное, так. Меня спасло это любовь моих близких, друзей. Вот она, вот эта любовь, она греет и заставляет держаться на плаву, наверное, так, и находить в себе все новые и новые силы и ресурсы жить дальше и жить дальше счастливо, насколько это возможно. Если вам будет сложно, я вас поддержу, потому что... А для чего мы здесь все живем? Чтобы поддерживать друг друга, чтобы мы могли подбодрить и зарядить друг друга любовью, этим счастьем и вот этой силой, которая нас движет. Вот с моей точки зрения, как самого возрастного из присутствующих здесь в студии, самый главный, конечно, подарок — это то, что вы сейчас сказали Алисе, но она хотела автограф получить. Ребята, есть у нас маркер какой-нибудь или фломастер? Принесите, чтобы Маргарита могла подписать мячик. Спасибо, Евгений. Благодарю. Пишем на мячике? На этом или на этом? На этом. На этом. И на этом. И на этом. На всем. Хорошо. Это будет пара такая красивая. Вот так. Спасибо. Или написать тебе. Алиса спасибо. Знает, чего она хочет в жизни. Я верю, что она это классно. Станет тренером и олимпийской чемпионкой, конечно, до этого. Как, собственно, у вас все получится. Я уверен абсолютно. Главное — верить в себя. Это действительно то, потому что это то, чего мне не хватало. Это очень просто произнести, но это очень это сложно реализовать. Так? На словах-то это легко сказать. Верь в себя. Да, но когда просят дать какой-то совет, кому бы ни было... Вы всегда даете тот совет, который бы хотели бы получить сами, наверное, то, чего вам самим не хватает. И вот этой уверенности в себе мне не хватало всю мою спортивную карьеру. Поэтому этот совет я даю и вам, и также и себе, потому что такая у нас психология. Огромное спасибо вам, Маргарита. Огромное спасибо вам, Инна, за Алису. А вам, Алиса, за то, что вы украсили нашу передачу. Спасибо. Спасибо. А мы после паузы продолжим нашу беседу. Пацаны не извиняются.